Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли. Итак, вы на канале BitRider. А в этом видео я хочу, рассказать, во-первых, немножко о своем новом мотоцикле, на котором я проехал уже, скажем, 1300 километров. Рассказать вам первые впечатления об этом байке и о том, что его ждет в ближайшие дни, так скажем. Плюс я хочу затестить, записать для вас оригинальный звук, то есть звук оригинального выхлопа. Так что вот такие дела. Сейчас давайте я его немножко вытащу куда-нибудь сюда, чтобы его было лучше здесь видно. Ну и параллельно буду вам рассказывать. Погодка у нас сегодня вообще прям адская. Ну, как сказать, адская, нормальная, в принципе. Как видите, вон все сырое. Надо будет обязательно чехольчик прикупить. Упс. Так. Но это все со временем, не все сразу. Блин, тяжеленький, после мопеда непривычный. Так, ладно, я думаю, здесь хватит. Давайте я сейчас обойду вокруг него, посмотрим, что есть. Так, вот тут у нас, так. Ну, в принципе, что касается технических характеристик, скажу, что это 650 кубов, 95 лошадей, все остальное, кому интересно, там, сколько у него тормозных дисков, какой они толщины, это все можете посмотреть на сайте Honda в разделе технические характеристики. Так что, кому важно, может быстро найти. Итак, ребята, 1300 километров я на нем проехал. В понедельник я поеду на первое плановое ТО, которое должно было быть на 1000 километров. Ну, то, что 1300, это ничего страшного, мне сказали. Поэтому, что будет делаться с этим мотоциклом? Ну, во-первых, плановое ТО. Там посмотрят клапана, если надо будет отрегулировать. Там, ну, в общем, что-то еще, что-то они там будут делать. Масло заменят обязательно. Что еще? Ручки. Ручки я сказал, чтобы мне заменили с подогревом. Так что у меня ручки будут с подогревом. Это круто. Далее сюда мне поставят дуги. Сам я их ставить не решаюсь, потому что тут надо где-то коцать немножко пластик. Ну, это надо, чтобы было аккуратно. У меня ни инструмента для этого, ничего нету. Поэтому я отдам это все к официалам Honda, пускай они, скажем, делают. Если они накосячат, по крайней мере, за косяк я могу у них спросить. А когда сам накосячишь, себя особо-то не спросишь. Поэтому лучше так. Ну и все, из тюнинга тут пока больше никакого не будет тюнинга. Что касается вот этого хвоста, который я хотел заменить, я так подумал, в принципе, он мне как бы особо сейчас не мешает, глаза не мозолит, и он выполняет функцию брызговика. То есть, если убрать его или сделать коротким, то будет закидывать спину. По крайней мере, я вот 1000 километров проехал в одну поездку, да, и вот под конец уже, буквально, когда заезжал в Берлин, под дождь попал. У меня вообще все чисто было, все сухо было, вообще все классно было. Поэтому, ну, с другой стороны, вот эта фича, даже если кто-то мне взад впишется, это будет дополнительный как бы барьер. То есть, ну, смягчит удар немножко. Так. Цепь я после 1000 километров ее обработал. Так что пока нормально. Надо будет купить какую-то машинку для цепи или щетку. Короче, блин, я так чувствую, с цепью это будет ебатня еще та. Потом была мысль вот эти штуки убрать. То есть, в принципе, никого возить не собираюсь, поэтому их можно открутить, чтобы они тут, ну, может, стильно смотрелись. А с другой стороны, когда вот на подножке его крутишь, удобно браться за них с той стороны, по крайней мере. Или когда груз какой-то крепить, тут можно как бы зацепить, есть за что зацепиться. Если их убрать, то зацепиться не за что будет. Поэтому вот это еще спорный вопрос, я думаю, значит, эту тему. Так, давайте я сейчас поставлю микрофон в нужное место. Где-то вот сюда, поближе к выхлопу. Ну и давайте посмотрим приборочку. Кстати, насчет света. Вот свет, да? Свет диодный вообще адский.
То есть вообще свет обалденный. Когда я его забрал, ну я же не знал, что его надо там настраивать, что-то такое. Ну я на нем так и ездил. Еду, короче, по дорогам таким, ну за городом. Ну, слева-справа лес, темно. И мне все сигналят прям дальним. Я думаю, ну, мне все, наверное, завидуют, приветствуют меня. А потом вот уже буквально, когда позавчера ехал здесь возле дома, и там с одной машиной разминались, и мне мужик в окно что-то говорит. Я остановился. Что, говорю, надо? Тут, слушай, говорит, ты что, на дальнем едешь? Я говорю, нет, на ближнем. Потом до меня доперло, что у меня свет не настроен был. То есть он у меня вверх светил. Поэтому мне все и сигналили. А я думал, все радуются, приветствуют меня. Ну, я тут нашел крутилки. Здесь они две. Свет пониже опустил. Вроде сейчас нормально. Но свет мощный. Мощный, реально. Поэтому к свету претензий нет. Так, ладно, давайте. Включим зажигание. Тут нету такого на Хонде стояночного света, да? То есть на некоторых мотоциклах, когда включаешь зажигание, включается стояночный свет. А когда уже заводится мотор, включается ближний свет. А тут все сразу, все в одном. Так. Вот у меня проехал я 1311 километров. Средний расход, ну это по городу 5 литров, 5,1. Когда вот я попаду 1000 километров первую ты проехал, ну я за городом ехал, там у меня был 4,8 где-то так расход. Ну в общем бака хватает, 280, потом включается резерв. Ну грубо говоря, где-то на 300 километров бака должно хватать. У него емкость 15,4, по-моему, литра. Бензин Е5, Е10, то есть на выбор. Я лью Е5. Ну, он подороже, ну, скупой платит дважды. Так, дальше, давайте сейчас я включу микрофон тот и заведем его. И немножко погазуем. Твик. Так, включаем. Запись включил, все замечательно. Давайте, так, нейтралочку. Нейтралочка, кстати, находится очень легко и быстро. Вот коробка вообще обалденно, мне нравится. Комфортно. Так. Как-то так. Долго не буду, а то соседи разбужу. Тут еще, в принципе, время 9 часов утра, суббота, так что злоупотреблять не буду. Собственно, ну вот такой вот. А, еще хотел сказать, что касается вот этих ручек. Ручка сцепления, мне кажется, слишком далеко. То есть, ну я уже как бы привык, мне нормально, пофигу. Но если у вас руки маленькие, то будет далековато. Поэтому надо будет их менять на регулировочные. То есть левая ручка сцепления, она не регулируется. Правая тормозная ручка, она... Ее можно регулировать. В общем, две такие ручки стоят 120 евро плюс работа. В принципе, потом, может быть, пока нормально мне с этими ручками, оригинальные. Зеркала. Зеркала, конечно, их тоже надо настраивать, потому что когда я только сел за него и попытался их как-то настроить, я в них ни хрена не видел. Вот у Джета есть обзор на этот мотоцикл, ну, почти такой же, только красный. И вот он тоже упоминает, что зеркала только видно, если ты руки вот так вот складываешь. Ну, их опять же надо, я говорю, настроить. Фишка в том, что их надо как можно ближе, чтобы они были к райдеру. И тогда более-менее что-то видно вот где-то вот в этой области. Вот отсюда где-то половина зеркала. В принципе, хватает. Опять же, это все индивидуально. Тут зависит от того, от роста. Так, еще такой нюанс. Так, еще что касается веса. Вес у него что-то, по-моему,
где-то 200 килограммов, что ли, 200 с чем-то. Я сейчас точно не помню, это можете заглянуть в технические данные. Но центр тяжести у него, мне кажется, как-то слишком высоковат, поэтому чувствуется, что он немножко такой... Ну, когда сидишь, нормально, но если немножко наклонить, то очень быстро ощущается его, так скажем, весь вес. Поэтому если... Ну, для девчонок, я бы сказал, он был бы тяжеловат. Если бы для девчонкам, я бы порекомендовал бы Kawasaki тоже, Ninja 650 новую. Они низкие, очень легкие, классные, ну, там два цилиндра. Ну, а, да, здесь я забыл упомянуть, здесь четырехрядный движок, четырехцилиндровый рядный движок, да. Я вот, когда на Гладиусе в автошколе, в мотошколе восьмерки крутил на второй передаче, там немножко, ну, как-то иногда поддергивался. А вот на этом я ездил на площадку, восьмерку покрутил, на второй передаче я даже газа не добавлял, он все ровненько, так плавненько, ну, красота. У динамики его я пока еще особо не ощутил, потому что, ну, крутить его пока на обкатке я больше 6000 не решался. Но, в принципе, вот до 6000 хватает. То есть я на автобане был, везде был. То есть на всех режимах его обкатывал. То есть мне его хватает. В принципе, я его брал как средство передвижения в первую очередь, чтобы была возможность на нем попутешествовать. Да, кстати, в плане посадки очень обалденно, очень удобно. Я вот 1000 километров проехал. У меня ни спина, ни руки вообще не болели, не затекали, нормально. Ноги тоже вообще все нормально. Единственная проблема была для меня, это вот это седалище. Хотя оно в принципе кажется таким, ну, вроде как нормальным, но вот в этих местах очень сильно давит. Я не знаю, или может быть потом какую-нибудь подушку куплю. Подушки меня смущают тем, что я буду еще выше сидеть. Вот это мне неохота. То есть, как сейчас я сижу по высоте, меня устраивает. А сюда еще что-то стелить и еще приподниматься, что-то как-то, не знаю. Поэтому я купил себе такие специальные шорты. У них это усиленный намудник, так скажем. Такой мягенький. Посмотрим, насколько его хватит. Поэтому использовать этот мотоцикл для дальников... Вполне себе даже можно. То есть, ребята, это мотоцикл вот в первую очередь для тех, кто хочет ездить, много ездить и в то же время мечтает о спортухе. То есть это такой замечательный компромисс. И спортуха, и спорттурист, грубо говоря, ну, по европейским дорогам, конечно, куда-нибудь в другое место я бы на нем не поехал, скорее всего. Но, еще раз говорю, для дальников его вполне возможно себе использовать. Я сюда прикреплял такой баул водонепроницаемый, носит эту сидушку на 50 литров, у меня есть на 50 литров, на 75 литров. Ну, в зависимости от того, куда поедешь, сколько вещей берешь. Я еще куплю поменьше баульчик, это если без палатки куда-то ехать, скажем. Если я знаю, что я там буду только в отеле ночевать, то мне палатку не надо брать, поэтому баульчик можно поменьше сюда поместить. Обязательно куплю на днях, так что вот такие вот дела. Еще раз, ребят, вот кто мечтает о спортухе и боится, что будет там спина затекать, руки уставать там, или наоборот, ну, неважно, то вот этот мотоцикл, это реально для вас. Что касается дуг, да, дуги, я знаю, что обязательно надо сюда что-то поставить, ну, посмотрев недавно видос у пилота, он там поставил на свою МТ-ху дуги Crazy Iron и плевался ходил. Что они ему очень не понравились, кривые, там швы убитые. Вот я теперь тоже что-то как-то начинаю побаиваться в этом. Потому что, что касается швов у Crazy Iron, то они действительно там сваривать вообще не умеют. То есть, ребята из Crazy Iron, если вы смотрите этот видос, увольте своего сварщика, блядь. Ну, наймите профессионала, который делает хорошие, качественные швы. Ну, проведите какой-нибудь конкурс, отбор. А вот то, что вы продаете, это действительно, ну, некрасиво. И, скажем так, такие швы на красивый новый мотоцикл лепить, это, блядь, как вот, ну, удешевлять, что ли, мотоцикл. Ну, я не знаю. Я надеюсь, встанет все нормально, красиво. Посмотрим. Я говорю, меня смущает у Crazy Iron, вот именно для данной модели, блядь, что надо выпиливать пластик.
То есть, вот, и, конечно, если все сделают неаккуратно, красиво и будет незаметно, то ладно, я согласен. Ну, все равно это как-то неприятный момент. Посмотрим. Ладно, ребят, вот, собственно, такой вот небольшой обзорчик моего мопеда. А, кстати, хотел вам показать колеса. Это, смотрите, цеплячие полоски. Видно, да? Вон, меньше пальца. Ха-ха, красавчик. Так что... Я поехал на площадку, как сразу, как только купил его, ну и начал так восьмерочки крутить, чтобы немножко вот это, бока немножко, чтобы тоже заездить. Так что, вот такие вот дела. Ладно, ребята, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Вилли, увидимся, до новых встреч. Yeah.